Дядя Дуб, привет все наши подписчики. Ребят, я рад вас всех приветствовать у нас на канале. Под видео, где мы утопили снегоход Yamaha, было очень много вопросов. Андрей, расскажи нам про этот волшебный шлем, который ты тестишь, CKX Titan. Так вот, для этого я приехал специально в Атлант Сервис, для того, чтобы они нам рассказали про Titan и про все шлемы Kimpix. На тебе волшебный вот этот вот шлем, очень красивый и легкий. Расскажи людям, что он может. CKX Titan шлем называется. Первый в мире бэккантри шлем с функцией откидывания забрала. Такая функция есть у модуляров. Штатно уже в комплекте идут очки, которые очень удобно можно, соответственно, снимать. Да, не теряются, да, они, согласен. И закидывать наверх, это в случае, если необходимо там горное катание, копать или просто на стоянках освобождать глаза. Или, как мне, снять видео. Да, поговорить, покомментировать. Также в комплекте идут к очкам. Это вторая линза желтая. Вот она, кстати, ребят. Да, и, кстати, линза, да, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, она двойная. То есть это как раз предотвращает запотевание. А вот еще, знаешь, был еще такой вопрос. Когда мы открываем вот эту штуку, да, вся влага, она остается здесь. Я знаю, на других шлемах есть какая-то специальная прокладка, которую надо отдельно докупать, еще что-то. Здесь такого, вот в этом комплекте, который идет к шлему, такого нету. Нет, здесь такого нет. У других шлемов, когда идет прилегание плотное вообще по всему периметру рта, получается изолировано. И для того, чтобы влага там не конденсировалась, идет вот это так называемый... Да, но, ребят, при этом при всем, да, очки не запотевают. У всех был один вопрос, запотевают ли очки. Очки не запотевают. И еще, шлем используется в двух вариациях. Для скоростного, то есть на дальняк можно на нем ездить. И есть горное катание, правильно, да. Все? Давай расскажем, наверное, людям, что такое горное катание, что такое на дальняк. Для горного катания это вот он какой есть. То есть здесь нету никаких отсекателей, и очки просто ставятся. Чуть-чуть идет разный режим закрывания его. При активном катании вы сначала... закрываете очки, потом уже забралом прижимаете очки ближе к лицу. Да. Для модулярного катания идет в комплекте набор целый, для того, чтобы любые щелочки, какие только могут быть, их устранить. Вот он этот набор. Значит, смотрите, здесь идет как бы такая неопреновая штука, которая надевается именно... Давай покажем. Да. Она надевается именно на сам шлем. То есть снимается вот этот отсекатель. И ставится уже непосредственно неопреновый. Да, неопреновый отсекатель, закрывается, и у вас получается то, что очки более плотно прижаты, и воздух сюда вообще не попадает. Если когда вы едете, воздух у вас хоть как-то где-то там может просачиваться, хотя у меня такого не было, потому что, опять же, все зависит от вашей балаклавы. Потому что балаклавы, они бывают разные. Они бывают теплые, бывают менее теплые, но они должны быть все с виндстопперами. Если у вас нет виндстоппера, по большому счету, эта балаклава, она не нужна. И еще сверху ставится вот такой козырек, тоже шторка, назовем, да, ее, да, которая также вставляется туда. И вообще то получается, что у вас очки не соприкасаются с кожей, и, соответственно, у вас нет вот этого потного лица, и опять же ваши очки не потеют. Забыл сказать, что шлем имеет уже штатный крепеж под экшн-камеру, под GoPro, конечно, ну, либо Sony, либо что угодно, любую экшн-камеру, да, он уже идет вместе уже с этой штукой. Идут запасные барашки крепления козырька, угу, в комплекте, и идут беруши. То есть, вы понимаете, да, сразу у вас идет две линзы, гарнитура, беруши, очки. У вас прям целый комплект, который, в принципе, вам надо только докупить под шлемник, и вы готовы. Для любого катания. Да, для любого катания. Что на дальняк, грубо говоря, в холодную погоду, что в горы попотеть. Сейчас этот шлем стоит 4 990 рублей. Ну, 35 тысяч рублей, ребят. Так что решать уже вам, хотите вы или не хотите, но бонусов и плюсов, насколько я сейчас вижу, их очень много. Но мы продолжаем его тестить, более подробно расскажем вам именно в полевых условиях, что он может. А теперь мы хотим вам рассказать о других шлемах. И если вы позвоните в течение 10 минут, у вас будет скидка. Ладно, поехали. Что вот здесь вот представлено у нас? Насколько я понимаю, это все, опять же, я даже не знаю теперь, это же не СКС Титан, да? Это Kimpix просто. Это точно так же подразделение Kimpix CKX, которое занимается одеждой. CKX.
экипировкой, да. Все, я теперь начинаю как-то уже более-менее разбираться, чтобы вы также разбирались, да. Ну, начнем, наверное, с этого шлема, красивого женского, от компании CKX. Ну, он не совсем женский, это просто расцветка. Ну, расцветочка, да, такая. Такая симпатичная женская. Начальный шлем линейки широкой из всех модуляров компании CKX. Называется он Flex. Стоимость у него 13 500 рублей. Классический модулярный, специально для снегоходов. Имеет вентиляции, двойной стеклопакет, линзы открывающиеся, неопреновая маска, вентиляция тоже с регулировками. И самый главный плюс, что он открывается полностью. И еще во всех шлемах идет так называемый санвизор. Вау. Штатный уже. Ну да, это такой, у меня тоже такой есть. Ну, ты вот говоришь, что это только для снегоходов. Ребята также катаются зимой на квадроциклах. Ну, поэтому... Я про зимнюю эксплуатацию. Да, то, что это просто для зимы. Цвет очень интересный женский. А так, конечно, существует большое количество разных цветов. Так что, если вы хотите, да, кататься с девушкой, вот вам, опять же, Платон сервис для того, чтобы девушка была с головой, осталась в конце покатушки. А вот это что за такой волшебный шлем? Слушай, ну опять вот, да, там CKX. Я думаю, наверняка у всех возникнет такой вопрос. А что это за компания? Вот если честно, я ее вообще первый раз в своей жизни услышал. Вот буквально вот, когда мне выдали этот шлем, да, там, чтобы вот опробовать его. А до этого я не слышал, что такое компания Kimpex. Я знаю, что она только была связана с гусеницами. Так да, ли это? Да, да, конечно. Компания Kimpex – это мировой бренд. Производит огромнейшее количество комплектующих для... всей техники, всех брендов. Перечень огромный. С того года она официально зашла на территорию России, непосредственно представительство канадское, и работаем с ними. Ну, расскажи мне тогда, пожалуйста, вот ты говоришь, что вот это самый такой, наверное, продаваемый шлем вообще. Эти шлема не под этим брендом есть в каждой компании. Потому что до 2014 года CKX делала шлема для таких брендов, как Yamaha, FXR, Legion. И по сей день делает для Polaris. Эти же шлема вы можете приобрести. То есть все модуляры, будем так их называть? Да. Правильно? Да. Ребят, так что если у вас есть модуляр Yamaha, то поверьте, это не модуляр Yamaha, это модуляр CKX. Так что, хорошо, расскажи мне, что вот может вот этот шлем? Это, насколько я понимаю, чуть подороже, да, там? Да, это подороже ценовая политика, порядка 20 000 рублей. Здесь стоит уже электрообогрев шлема. Сразу идет в комплекте. Стекла, да, двойной стеклопакет, неопреновая маска. А вот на этом какая маска? Тоже неопреновая, да? Здесь тоже неопреновая. Здесь неопреновая маска с функцией можно обжать. Ну, можно нажать на нос, да, и, соответственно, она подожмется. Да, плюс неопрен изнутри обработан специальным влагоотталкивающим покрытием, чтобы он не намокал и не замерзал. Так как он специально спроектирован для снегоходов, имеет большую внутреннюю полость для дыхания, санвизор, световой фильтр штатный и функцию открывания. Ну, это не для горного катания, это чисто, наверное, для утилитов. Это для всего, на самом деле. Я даже неоднократно на фотографиях видел, что люди и в таких шлемах катаются на горных снегоходах. А мне вот интересен вот этот вот яркий желтый шлем. Я видел то, что очень много народу в нем катается. А вот он какой-то совсем другой, да? Это следующее поколение от этого шлема. Ну, давай. Этот шлем называется Транс. Это называется Транс полтора. Отличается он тем, что переработана забральная часть. Также стоит двойной стеклопакет стекла с функцией подогрева, либо без. Все от комплектации шлема зависит. Основная отличительная особенность, что здесь стоит силиконовый. А, именно уже силикон. Да, здесь есть... силикон. Слушай, ну а как же силикон? Он что, он там будет прилегать? Прям по носы у всех разные. Это... У кого-то такие, у кого-то как у меня. Он настолько мягкий и пластичный, что он подходит абсолютно под все типы лица. Причем хочу сказать, что шлема производится в самом большом перечне размеров от XS до 5XL. Также есть санвизор, клапан вентиляционный. Единственное, что еще отличает, то что на этом шлеме нужно двумя пальцами открывать. Здесь достаточно одним пальцем нажимаете. А, точно так же еще здесь есть подготовка под гарнитуру. Так что можете также переговариваться, ехать и переговариваться. Ребят, давайте, знаете, как сейчас расскажу вам еще одну такую историю. Знаете, я когда начинал кататься только на снегоходах и квадроциклах, мы всегда все катались чисто очки, никакого шлема, ничего у нас не было. Потому что считалось, как же так? Это же не понтово, что за херня в шлеме в каком-то ехать. А, так вот, я вам просто могу сказать, что в шлеме
это не то, что да, там какие-то понты там, или еще что-то. Это просто удобно. Потому что когда вы несетесь 200 км по полю, или хотя бы даже хорошо, там берем там, 100 км по полю, и вам в лицо дует холодный воздух, то это не кайфово. А вот когда вы едете в шлеме, и вы несетесь, вы просто от этого начинаете получать удовольствие. Экипировка – это очень-очень важно. И поэтому следующий шлем у нас детский. И вот он, детский шлем. Чем этот шлем отличается? Потому что у моего ребенка, у нее обычный шлем. Кроссовый. Да, обычный кроссовый шлем, да. Это детский снегоходный шлем «Интеграл». Модуляры отличаются тем, что открывается забрал, «Интеграл» – это целиком одевается шлем. Открывается стекло, которое точно так же двойное. Есть вентиляционные отверстия сверху и снизу. Подогрева никакого, конечно, нет, же. Подогрева нет. Ну, то есть, если вы хотите ребенка брать там на какое-то недолгое путешествие на снегоходе, я думаю, что этот шлем вам очень подойдет. Кстати, сколько этот шлем стоит? Стоит он 8300 рублей. Ну, я думаю, цена адекватная. Я думаю, все это могут совершенно себе позволить. Поэтому зато ваш ребенок, даже если вдруг замерзает, у него всегда есть шлем, в котором тепло и удобный комфорт. Ребят, ну, а теперь мы подходим, наверное, к обычным шлемам, кроссовым. Сём, это же обычные кроссовые шлемы, да, насколько я понимаю? Да. Начнем, наверное, с детского. Ну, расцветка у него хорошая и, соответственно, весит он ничего. А главная его цена 8 тысяч рублей, 7 990. Но под него, парни, вам придется в любом случае купить еще очки, потому что без очков никуда. Хорошо, что у нас вот это за шлем? Классический кроссовый шлем. Вот это звучит хорошо, вот это классический кроссовый шлем. Ну, те, кто вообще никогда в жизни не катались и хотят только приобщиться к квадроснеготематике, расскажи, что за обычный кроссовый шлем. Шлем сделан для активного катания, в первую очередь, так как в нем будет легче дышаться. Угу. Потому что здесь нет никаких препятствий. Угу. Вот. Но при этом он везде и продувается. Да, он более продуваемый. Это, опять же, зимний, не летний? Нет, это всесезонный. А, вот он, да. И летом, и зимой. Да, стоит он всего 6700 рублей. То есть, получается, он дороже, дешевле стоит, чем детский? Ну, да. То есть, большая цветовая гамма, выполнен из АБС-пластика. То есть, это примерно так. Если вы вдруг упали, чтобы не ходить, не искать, где разбросаны ваши мозги, все будет в одном месте, компактно. Поэтому, вот, опять же, нормальный, хороший шлем. Но переходим теперь к более таким, наверное, продвинутым шлемам. К самому интересному. Давай, к самому интересному. Ты знаешь, я раньше считал, что карбон, как раз вот это вот, то, что вот так вот здесь вот налеплено, да, то, что вот такие вот, ну, такой вот. А что такое на самом деле карбон? Ну, потому что у людей, может быть, люди половину так же не знают. Не осведомлены, как я. Ну, так и есть. Карбоновое волокно отчетливо видно. В черном исполнении структура это видна. Белым просто так. Карбон – это углеволокно, которое при обрабатывании его специальными смолами эпоксидными затвердевает. Приобретает волшебные свойства. Волшебные свойства, да. Крайне твердое и при этом вязкого материала. Ну, ты знаешь, и на самом деле он очень-очень легкий. То есть вот так вот он же вообще весит, он меньше килограмма, мне кажется. Да, он весит 990 грамм. Угу, то, один из совсем прям самых легких шлемов вообще в индустрии. Ну, наверное, вот это и есть, наверное, карбон. То, что он как раз и дает вот эту легкость в голове, да, что да. Можно долго кататься. Ну, а цена его какая, все? Цена 29 тысяч 100 рублей. Ну, наверное, технологии, за технологии, да, надо за технологии платить. За технологии, да. Опять же, повторюсь, шлем, он универсальный. То есть он и зима, и лето? Да, это конкретно у нас сейчас продаются, это зимние пакеты уже. Это маска-отсекатель на лицо. Заглушки, вентиляционные отверстия. При необходимости на лето это все снимается. То есть можно это все отстегнуть. То есть продается, да. Все это как бы в, да, комплекте, да. Да, то есть можно это все отстегнуть. Отстегнуть и кататься летом. Также имеет крепеж под GoPro. Вау, это очень удобно. Ну, у нас нет GoPro, поэтому, если вдруг у кого-то будет желание, можете нам подарить. А чем отличается вот черный от белого шлема? Только цветом. А может быть, мы тогда еще расскажем, раз у нас появились такие шлема, наверняка компания Kimpex выпускает и очки. Компания Kimpex выпускает все. Вообще все? Ну, очень много. Ну, давай покажем, что же она выпускает. Все, ну вот, насколько я понимаю, все вот эти вот очки, это компания CKX производит, да? Да. Правильно? Так же, как она производила там для других марок. Ну, чем они отличаются? Вот, давай посмотрим, чем различие обычных очков. Очки с обогревом стекла. О, а где подключается обогрев? Подключается вот здесь, вот, очень, да? Удобно сбоку. Подходит ко всем, как практика показала, шлемам кроссовым. Провод аккуратно выводится сюда, не мешает, не болтается. Провод подключается к розетке, которая на снегоходе. Или на квадроцикле. Или на квадроцикле, да. Розетки можно купить отдельно? Да, розетки отдельно продаются. То есть там перечень
доп. Оборудования, он большой. То есть, запасные опять... провода, розетки 12 вольт, под прикуриватель, под, под два шлема даже есть. Давайте, адаптер. Знаете, как сделаем вот так вот? Ребята, если вы в своем городе не найдете компанию CKX Kimpix, то звоните уже в Атлант Сервис, и ребята вам здесь подберут все, что вам в принципе нужно. Вот по поводу очков, да, очень удобно, когда у вас очки с подогревом, если где-то там очень сильный мороз. Но при этом при всем, то, что сейчас вот я их примерил, да, они ни в какую вообще не идут в сравнение с очками 210. То есть у вас обзор заканчивается у очков где-то вот здесь, а в 210 он где-то вообще вот здесь. Вот. Поэтому тоже обратите внимание, когда будете покупать. Хочу добавить, что не обязательно подключать очки к технике. Можно купить отдельно аккумулятор, который заряжается. Вау. От 220. Впоросил в карман, да? Да, просто положить в карман, и уже будет провод здесь. Это удобно, потому что, знаете, мы когда там ездили очень далеко, в одно место, называется Печора, у нас Володя ехал, и он мне прям рассказывает: Андрей, я, говорит, я не переживал, что где-то там, да, там что-то может быть. Я держался именно за провод, лишь бы его ветка не оторвала, потому что провода становятся на холоде при минус 40, они становятся очень такие... Дубовые. Дубовые, да, и они ломаются очень легко. А этот провод можно запихнуть сюда и здесь уже вывести. Ничего вам ветками мешать не будет. Это большой, огромный плюс. Ну, а кому-то, наверное, может быть, и надо без подогрева. Есть же обычные очки. Да, классические снегоходные очки. Желтой линзой, сферические. Тоже не меняется линза? Линза меняется. А, и сколько линза одна стоит? Линза что-то в районе там 1500 рублей. А сами очки сколько стоят? Очки сами в районе 3. Очень удобно. Очень удобно. Есть другого образца очки, уже с затемненным светофильтром. Ну, это для такой солнечной погоды. Это для солнечной погоды, да. Только, ну, другая модель. То есть одни очки, один светофильтр, да? Если надо что-то докупить, у вас все это есть. Да. Также компания CKX выпускает большой перечень всевозможных балаклав. Под каждый шлем. Под шлемников, каждый... да, правильно? Под шлемники балаклавы, да. Да. Вот здесь вот написано, то, что это какой-то винтек. Это аналог всем известного винстопера. Это также непродуваемый материал. Изнутри удобно. Имеет небольшое флисовое утепление. Цена в районе 2500 рублей. Понятно. Напоминаю, то, что самое удобное, когда вы будете также выбирать себе балаклаву, чтобы вы понимали. Балаклавы бывают разные. И удобно, когда вы приехали куда-то там, остановились, сняли свой шлем, и вы можете совершенно спокойно сделать вот так. Хоп, и вот так вот ее снять. Потому что если вы ее полностью снимаете, она обычно теряется, падает, намокает, еще что-то с ней случается. А когда она здесь, у вас с ней ничего не случится. Здесь, наверное, все это предусмотрено. Я ни разу не катался в Винтек. Я не знаю, что это такое, продувается он, не продувается. Но раз ребята рекомендуют, раз Семен полностью отвечает за то, что это... Это работает. Да, что это работает, поэтому решать уже вам, какую, что покупать. Поэтому мы будем вам полностью рассказывать о всех примочках от компании CKX или компании Kimpix, как это лучше, наверное. Kimpix CKX. Kimpix CKX, да, так что... А вы смотрите и уже дальше пишите в комментариях, нравится вам это все или не нравится. И хочу, чтобы вы всегда писали в комментариях, задавали вопрос именно человеку, который в этом полностью разбирается, чтобы он мог вам досконально на все это дело ответить. Пишите, подскажем. Все. Ну, это, наверное, все по шлемам? Нет, к сожалению, это далеко не весь перечень шлемов, которые есть у компании CKX. Думаю, что в следующем году... Мы покажем вам еще больше моделей, какие существуют. А купить их можно только здесь, в Москве, или вообще по всей стране? Вообще, дилерская сеть Kimpix CKX по всей стране. Ну, если вы у себя в регионе не найдете, то, конечно же, обращайтесь к нам. Ссылочка внизу. Поможем вам с приобретением этой продукции. Парни, еще раз напоминаю. Конечно же, это реклама, да, это вот реклама чистой воды, и как бы я даже это отрицать не буду. Но если мы это не будем показывать, вы откуда узнаете? Вот даже мы, да, там люди, которые продвинуты в этом квадроснегодвижении, вот я клянусь вам, я знал то, что Kimpix производит только гусеницы. Я не знал, что они производят очки, балаклавы, всякие прибуды к там, шлема, прибуды к этим шлемам. И поэтому, как об этом не рассказывать, да, вот я приезжаю к дилерам мне все это дело рассказывают, и я пытаюсь эту всю информацию донести до вас. Поэтому перед тем, как писать какой-то комментарий, вы задумаетесь, а правильно вы это делаете или неправильно. Если вы как бы включаете дома телевизор, идет реклама, вы же просто переключаете канал, может быть, и здесь также. Если вам не нравится какое-то у нас видео, вы просто можете его переключить и смотреть что-то другое. Наверняка кто-то есть лучше нас на Ютубе.
либо из этого ролика взять самое лучшее, то, что вам нужно. Там, может быть, вы захотите такой шлем, или, может быть, вот такой. Но хотя бы вы о нем будете знать и будете понимать, нужен он вам или не нужен. Мы это именно пытаемся до вас донести. Поэтому, ребят, большое спасибо, что вы нас все смотрите. Мы очень рады, мы всем рады. Поэтому пишите адекватные комментарии, и мы также к вам адекватно будем относиться. А Семен вам поможет в этом разобраться. Ссылочка на шлем «Титан» внизу под видео, чтобы ваши покатушки были комфортными и безопасными. А мы прощаемся с вами. Всем большое спасибо, что смотрите нас. Пока!